В эти майские дни в Дании проходит чемпионат мира по хоккею, и болельщики буквально прикованы к экранам телевизоров. К сожалению, для российской команды участие в турнире уже завершилось в интереснейшем поединке с давними соперниками – канадцами. Удача оказалась не на нашей стороне. Однако и здесь наши спортсмены продемонстрировали высокое мастерство. Не будем забывать и о долгожданной золотой олимпийской медали 2018 года. Это говорит о традиционно сильном российском хоккее, слава которого длится уже десятилетиями. И на смену прославленным хоккеистам всегда подрастает новое талантливое поколение. В этом можно было убедиться на просмотровом турнире, который прошел в Ледовом дворце в городе Видное. 120 молодых людей из всех уголков России приехали сюда, чтобы попытать свое спортивное счастье и попасть в команду мечты. Требования к ребятам достаточно просты. Очень интересные мероприятия, очень много интересных ребят в каждом команде. Хоккеисты разбиваются на 6 команд и проводят 15 игр, за которыми со спортивных трибун пристально наблюдают агенты, тренеры и представители различных команд из профессиональной и спонсорской лиг. Получается своеобразный кастинг на льду, где юные спортсмены стараются показать все свои лучшие качества и умения. Каждый день лед, земля, тренировки усилены, подготовка идет усиленно, как бы. Работаем над собой, стараемся, бьемся. Все делаем, чтобы попасть куда-нибудь и заиграть в хоккей. А значит, славная традиция сильного российского хоккея обязательно будет продолжена.